Як-130 в Ростовской области разбомбил военный городок. Но это не военная сводка, а фрагмент аэрошоу, на котором дончане смогли увидеть точные копии авиационной техники. Модель Як-130 – гвоздь программы. Всего в мире их существует две. Экспонат уже получил громкий титул в Америке. Анжела Кутни познакомилась с авиаторами. Эта модель – это абсолютно точная копия настоящего самолета. Это Як-130. Он вот только-только начал поступать в военно-воздушные силы России. И уникальность его заключается в том, что каждая заклепка на этом самолете стоит на том месте, на котором стоит на настоящем. Настоящий самолет всего в 4 раза меньше. Те же характеристики, те же возможности, тот же дизайн. Виталий Роберто с гордостью демонстрирует свое детище, сделанное. И модель уже получила высокую награду в США, а сам Виталий – титул чемпиона мира. Теперь мини-самолет и его разработчика ждет новое путешествие, на этот раз в Испанию, где им предстоит снова побороться за первенство. Пока же Виталий приехал в Донской регион на аэрошоу в столице Ольгинской. Конечно, мы пытаемся каждый полет модели готовить как отдельный номер, как с использованием всех элементов. Специально для ростовских зрителей Виталий вместе со своей командой «Русджет» подготовили захватывающее пиротехническое шоу. Самолет Як-130 с высоты обстреливает и полностью уничтожает специально подготовленный для представления макет военного городка. Аэрошоу собирает всех неравнодушных к малой авиации. В клубе «Доступное небо» 70 уникальных моделей со всей страны показывают фигуры высшего пилотажа. Однако погода вносит свои коррективы в программу. Ну, из-за того, что, наверное, я слишком не рассчитал, что слишком сильный ветер, был перегруз двигателя, двигатель остановился и он сажался на авторотации. Благодаря большому его весу, конечно, это очень тяжело сделать при таких порывах ветра. Поэтому катастрофа все-таки была. Аэрошоу проводится в 4-й раз. Каждый год меняется программа и состав участников. Да и число зрителей, говорят организаторы, постоянно растет. Вообще это уникальное событие. В нашей стране это самое большое такого формата мероприятия. То есть крупнее не проводится только в Киеве. Это уже Украина. Розыгрыши призов, тест-драйвы, автомобили, пикники на свежем воздухе и все это под живую музыку. На всех этапах аэрошоу зрители получат настоящее удовольствие и от демонстрации техники, и от искусства. Ну а те, кто хотят сами стать ближе к небу, смогут прокатиться на воздушном шаре. Анжела Кутни, Сергей Мирошниченко, Южный регион, Инфо.